Еще до сотворения человека и всего видимого мира, в котором мы живем, Бог создал мир духовный, населенный разумными, добрыми существами, именуемыми ангелами. Ангелы служат Богу, борются с его врагами и являются посредниками между Богом и человеком. Слово «ангел» означает «вестник», потому что он возвещает людям волю Божью. Ангелы обитают везде, но преимущественно на небе вокруг престола Божия. Среди ангелов существует своя иерархия, и один из высших ангелов – архангел Михаил. Еще его называют архистратигом, что означает «глава святого воинства ангелов и архангелов, вождь небесных сил». На иконах его изображают в грозном и воинственном виде. На голове шлем, в руке меч или копье, под ногами пораженный им дракон. Но с кем же воюет этот отважный предводитель? Известно, что весь ангельский мир был наделен великими совершенствами и дарами. Ангелы, подобно людям, имели свободную волю. Они могли злоупотребить этой свободной волей и впасть в грех. Это и произошло с одним из верховных ангелов, Деницей, который открыл в себе источник зла и гордости и восстал против своего Творца. Духовный мир поколебался, и часть ангелов последовала за Деницей. В этот момент из ангельской среды выступил архистратиг Михаил и произнес «Никто как Бог», обращаясь с этим призывом ко всем ангелам. Этими словами он показал, что признает только одного, единого Бога, Творца и Властителя всей Вселенной. В переводе с еврейского языка имя Михаил и означает вопрос «Кто как Бог?». Борьба была трудной, ибо Деница был наделен великими совершенствами. Но силы добра победили, и Деница был свергнут с неба со всеми своими последователями. Архангел Михаил утвердился как вождь всего ангельского мира, верного Богу. Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ереси и всякого зла. «21 ноября. День памяти архистратига Михаила».